Доброе здоровье. Настало время ответов. Я был в отъезде очень далеко. С 1 апреля я опять на 2 недели уезжаю. Там я подготовлю репортажик и тогда расскажу. Итак, что пишут? Значит, некто Луна неделю назад, жесть, биопсихушка настоящая, это посвящается тем, кто будет голодать. Ну, не надо смотреть то, что вам не надо. Обо всем, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно принимать мин при гастрите? Не знаю, при гастрите. Лучше всего принимать что-то обволакивающее для того, чтобы желудочек заживал и чтобы он не раздражался. Я думаю, что здесь монопитание. Один прием какой-либо пищи за раз. То есть вы, грубо говоря, кашу съели, через часа два, там, допустим, мясо съели. Через часа там два еще что-то съели, только одно. Чтобы у вас это все прошло. Так. На жизнь хороша. Иллюзион Танай неделю назад написал. Прям аж влюбилась в вас. И искренность, какой вы молодец, что вернулись. Спасибо. Спасибо. Действительно, людей отличает, в первую очередь отличает эта искренность. А потом уже, насколько искренность это несет какую-то информацию полезную для человека. Ну, в первую очередь это искренность. Она, конечно, подкупает. И я стараюсь быть человеку ясен. Вот как раз тут очень много будет этих моих ответов на самые разные вопросы. И я стараюсь быть понятным и ясным. Почему я так делаю и так делаю, а не просто там, знаете, махнул рукой и все. Так, Ольга Федорова, посвящается пояснение к моим видео по голоданию. Да, вот это жесть, я такого никогда не видела, слышала, но не видела. Впечатляет очень и очень. Я, наверное, не смогу. В голове столько тараканов, что не дадут. И самая главная мысль, а если от этого скопытишься, вот-вот, да еще и в одиночестве, если находишься, дядя Гена прав. Все проблемы в голове, я преклоняюсь перед вашей силой духа, спасибо, что делитесь этим. А что касается голодания, Оля, не обязательно такой большой срок. Начните просто-напросто, если вы желаете, это вам надо, и вот у человека возникает какая-то потребность испытать себя в голоде. Начните себя готовить с односуточного голодания раз в неделю. И потом наберетесь опыта, и все у вас получится. Так, образно волевой настрой. Вам очень много энергии, чтобы вы делились с нами. Респект, образно волевой настрой. Спасибо. Николай Никитин, здравствуйте. А фейс у вас довольно-таки раскормленный. Голодание 3 суток. Ну, это я, по-моему, рассказываю о голодании 3 суток. Но я уже не помню, нахожусь ли я сам на голоде или нет. За 3 суток особо лицо не падает. Вот я сейчас находился в отъезде. Можете посмотреть на мой фейс. Как он? Жена говорит, вроде как изменился, стал поменьше. То есть здесь влияют разные факторы. Так, Терентий Смирнов. Это голос 40 дней. Из него всю его жизнь, все выходит и выходят какие-то шлаки. Когда наконец выйдут к 80-90, похоже, вообще никогда. Дело в том, что сам подход и принцип неверный.
А подобное длительное голодание может в любой день закончиться смертью. Это его голодание исходит из неимоверной гордыни, по сути является мазохизмом, наличным оздоровлением и подсознательным попыткой самоубийства. Вы знаете, Терентий, возможно, что-то в этом есть, это такое разумное, но я голодал, в то время уже голодал для того, чтобы там избавиться от определенных заболеваний. И чтобы от них избавиться, там как раз я рассказывал, что из меня выходит, как выходит, надо было дойти до того, чтобы организм мог с этим справиться. А в противном случае ничего не получится. Так что что бы еще? Хорошо, дальше он пишет неделю назад. Вся система ГМ ошибочна. Это не моя система, в первую очередь, я хочу сказать. Это общее человеческое знание, тем более по голоданию. О! Голодали там тысячи лет назад. Ошибочно. Заниматься надо не телом, а душой и сознанием. Чем я и занимаюсь? Тело – это только одежда. И как эту одежду не очищая и не стирая, все равно она когда-нибудь будет гнить в земле. А вот душа, а я бы сказал, вернее, дух, очень жалко всех последователей этого заблудшего человека. Вот он уже пришел в последний период своей жизни, а его по-прежнему волнуют копейки волнуют. Ё-моё, когда о своей душе задумываются, Геннадий Петрович, сколько людей вы пустили по ложному пути, вы хоть понимаете, что вам давным-давно уготовлено место в аду? Ой-ой-ой-ой-ой, Терентий, ну. Но раз уготовлено, как бы сказать, это все уготовлено. Что я хочу сказать? Я опять-таки сошлюсь на свой сайт Малахов.про, где вы можете почитать мои книги, в которых я рассказываю общечеловеческие знания. И самое важное, на основе этих общечеловеческих знаний я рассказываю вам о том, как вы можете создать собственную систему оздоровления? Собственную, не мою, не чужую, не еще какую-то, а собственную. Вот это запомните.